Крупный венчурный инвестор Тим Дрейпер вложил капитал в китайскую блокчейн-платформу VeChain. Тим Дрейпер известен успешным инвестированием в компании Tesla, CoinLab, Verify BTC, Bitwall и другие. Платформа VeChain предоставляет технологии блокчейн для работы с информацией и продуктами, настроенными специально под требования конкретной индустрии и заказчика. Тим Дрейпер охотно продвигает блокчейн-проекты. Еще 5 лет назад он заявлял: «Фиатные валюты полностью выйдут из обращения, а если кто-то в будущем захочет расплатиться в Starbucks или Макдональдс долларами, над ним, скорее всего, посмеются».